Франция, декабрь 1870 года. Франко-прусская война. Русский изобретатель привез в Париж проект боевого электролета. Кто это? Это Бош, шпион. Нет, я русский. Что это за сверток у вас в руках? Какие-то чертежи? О, дьявол, это наверняка планы французских укреплений. На фонарь его повесить? Нет, месье, я за Францию, вы не понимаете. Вскоре эта история, которая едва не закончилась самым печальным образом, в петербургских газетах появилась как анекдот. Герой анекдота, отставной поручик Александр Ладыгин, решил помочь революционной Франции в ее борьбе с кайзеровской Германией. Чем помочь? Боевым электролетом. Идея, которая со смехом воспринималась всеми на родине, во Франции нашла свое понимание. Французы выделили 50 тысяч франков. Ладыгин приехал в Париж и был захвачен революционной толпой, которая приняла его за прусского шпиона и едва не повесила на газовом фонаре. Парадокс истории в том, что изобретательский гений этого человека вскоре погасил все газовые фонари в мире. Так случилось, что три человека, подарившие миру электрический свет, родились в одном и том же 1847 году. Первым, 11 февраля, родился Томас Альва Эдисон, будущий король изобретателей. Через полгода Павел Яблочков, отец электрической свечи. А еще через месяц Селестенчина родился Александр Ладыгин, который сделал самое главное – придумал электрическую лампочку накаливания. В ту зимнюю ночь 1906 года Александр Ладыгин не мог уснуть. Он смотрел на город за окном, американский город Питтсбург. Ему почти 60. У него здесь и работа, и дом, и семья. Но нет только одного, того самого главного дела, к которому он шел всю жизнь, которое совершить мог только в России. Он мучительно думал, как добыть необходимые средства, и бессилие лишало его сна. Еще в раннем детстве он заболел техникой. В деревне постоянно крутился возле кузницы. В кадетском корпусе дни напролет проводил в физической лаборатории. В 14 лет у него появилась мечта, определившая всю его жизнь. Он решил построить абсолютно новый летательный аппарат, создать целый воздушный флот. И для начала мастерил крылья. Но скоро понял, что главное – двигатель. И тогда он придумал летательный аппарат с электрическим мотором. Первый в мире – «Летак», вот как он его назвал. Увы, Сашу не поддержал никто. Электричество тогда казалось бесполезной экзотикой. Небеса бороздили лишь монгольфьеры, а родители хотели, чтобы по семейной традиции их сын стал офицером. В 1861 году семья переезжает в Воронеж, и Александра переводят в здешний кадетский корпус. Но военные науки его не увлекают. Он добровольный лаборант физического кабинета
и метеорологической станции. Чтобы летать, нужно изучить законы движения тел в пространстве и атмосферные явления. С каждым днем крепнет его вера в то, что летак скоро понадобится человечеству. Но при всем этом он совершенно не успевает в военных науках. Его списывают в юнкера и отправляют в армию. Лишь через 3 года Муштры он получает долгожданное право на отставку. Мы можем только представить, как встретили родители решение Александра. «Саша, ты дворянин, ты идешь работать на завод, как какой-то крестьянин. Наши предки государю своей кровью служили, а ты уходишь из офицеров в мастеровые». Александр защищался как мог. «Я хочу зарабатывать на жизнь своими руками. А России я лучше послужу, строя для нее электрический воздушный флот». Словом, вопреки воле родителей, Александр устраивается на оружейный завод слесарем. Дворянин работает бок о бок с мужиками, учится ремеслу и копит деньги для поездки в Петербург, чтобы продолжить опыты со своим летаком. Ему кажется, что в столице поймут и оценят его идею. Увы, Петербург поглотил Ладыгина так же незаметно, как и тысячи других мечтателей. Дешевые комнаты в наем, поиски работы, лекции в техническом университете. Настоящая жизнь начинается только ночью. Ладыгин продолжает работать над своим летаком. Между делом приходят и другие идеи. Он придумывает первую в мире нагревательную электропечь и даже получает на нее привилегию. И тут же, как холодный душ, выговор знаменитого электрического академика Якоби. Упомянутое изобретение, хотя и может в некоторых редких случаях быть полезным, но не может называться не только рациональным, но и вообще практичным. Академик Якоби сильно ошибся. Принцип работы ладыгинской электропечи воспроизводится до сих пор в электроутюгах, чайниках, плитках, каминах. Охладить пыл молодого изобретателя было не так-то просто. Тем более, что главным своим открытием он все же считал не электропечь, а летательный аппарат. Если к какой-либо массе приложить работу Архимедова винта, и когда сила винта будет более тяжести массы, то масса двинется по направлению силы. До первого серийного вертолета Игоря Сикорского еще 70 лет, а Ладыгиным уже угадана двухвинтовая схема, цельнометаллический фюзеляж на каркасе из корабельных стрингеров и шпангоутов. Ладыгинский летак словно сошел со страниц романа Жюль Верна «Рабур-завоеватель». А может, наоборот, электролет Ладыгина дал пищу фантазии знаменитого писателя. Как бы то ни было, российское военное министерство сочло проект именно фантастикой, хотя на всякий случай и засекретило его. Изобретатель понял, что слишком опередил время. Он нехотя до поры откладывает чертежи, чтобы заняться одной маленькой деталью летака – фонариком для ночных полетов. Со времен открытия в 1802 году академиком Петровым электрической дуги в Европе многократно пытались сконструировать электросветильник. Увы, дуга из двух угольных электродов светила слишком ослепительно и слишком коротко. Лампы же накаливания с одним угольным стержнем в стеклянной колбе горели тускло и также быстро гасли. А самое главное, при обоих способах каждой лампочки требовалось по отдельной динамомашине. «Дробление электросвета между несколькими лампами невозможно», – звучал приговор ученого мира. Ладыгин этому приговору не поверил. Задумался и первым в мире выкачал из стеклянной колбы в воздух, а затем взял и поместил туда стержень накаливания.
Теперь в свои 60 он должен был совершить странный, несвойственный ему поступок. Он никогда не продавал своих идей, ведь идеи принадлежат всем, а потому не продаются. Но сейчас были нужны деньги, чтобы вернуться на родину и еще раз попытаться построить электролет. Но что он мог продать? Единственным ее достоянием были патенты, а самым ценным из них – патент на лампу накаливания. Первые опыты с электроосвещением были похожи на чудо. Народу собиралось больше, чем в цирке. Ладыгин, как фокусник, зажигал яркие огни в колбах, шарах, призмах, грушах. Одна сигнальная для железных дорог и пароходов, другие комнатные для потолка и стен, есть и взрывобезопасные для рудников. Ладыгин мечтает осветить всю Россию. Для этого он создает товарищество электрического освещения «Ладыгин и Ко», но как дворянин он не может стать его акционером. И тогда он жертвует своим дворянством. Теперь Александр Ладыгин всего лишь купец первой гильдии. Вокруг изобретателя собираются помощники, энтузиасты, меценаты и расчетливые дельцы. В результате акции у Ладыгина оказалось меньше, чем у других акционеров. Втайне друг от друга они наперегонки патентуют свои модификации лампы, но забывают оформить патенты на имя Ладыгина во Франции и США. Изобретатель этого просто не замечал. Он работал только над воплощением своей идеи. Но разбухшее товарищество было занято чем угодно, только не организацией производства лампочек. Увидев это, Ладыгин мгновенно потерял интерес к этому предприятию и просто исчез. Летом 1875 года Ладыгина могли видеть в компании с известным народником Сергеем Кривенко в окрестностях Туапсе и даже услышать такой разговор. Говорят, Саша, в газетах пишут про мировой триумф электрической свечи господина Яблочкова. Ну что ж, я желаю удачи Яблочкову, да только это ненадолго, будущее за светом накаливания. Да ведь кто-нибудь исхитрится записать этот свет на свое имя. Сережа, поверь, я не держусь зубами за свое первенство. Свет, он же общий, понимаешь? Ну, как это все у нас в коммуне? Кто бы мог подумать, что бизнесмен Ладыгин так круто переменит свою жизнь? В зените славы он на 3 года покидает столицу, чтобы стать простым членом коммуны под Туапсе. Сергей Кривенко, друг детства, увлек его идеей народничества. Вдалеке от столичных дрязг и интриг, Ладыгин находит идеальное место для своих трудов. Он снова начинает строить свой летак. Аппарат уже почти готов и вот-вот поднимется в небо. Но вдруг ставропольское начальство решает разогнать коммуну. Еще бы, эти смутьяны помогают черкесам писать жалобы на беззаконие. Почти нищий изобретатель вынужден вернуться в Петербург. И снова все заново. Он устраивает чернорабочим на патронный завод. За 60 копеек в день лауреат Ломоносовской премии перетаскивает сотни ведер грунтовых вод. Он оказывается то инженером, то техником на разных предприятиях. В конце концов, изобретатель приходит на завод к своему главному электрическому конкуренту Павлу Яблочкову. А тот, презрев все законы бизнеса, предлагает Ладыгину финансирование работ по его ладыгинским лампам. Этот чисто русский альтруизм вскоре стоил Павлу Яблочкову потери всех своих акционеров и полного разорения. Пройдет совсем немного времени, и незначительное событие повернет историю электросвета. К берегам Америки уже приближался корабль, на борту которого стоял бывший компаньон Ладыгина, мичман Хатинский.
Я счастлив приветствовать в вашем лице, мистер Эдисон, знаменитого изобретателя, сделавшего революцию в электротехнике. Я также наслышан, мистер Хатинский, о потрясающих достижениях русских коллег. Свеча Яблочкова. Мистер Эдисон, я покажу вам нечто лучшее. Электрическую свечу накаливания Александра Ладыгина. До сих пор все опыты Эдисона с электросветом были не слишком успешными. И вдруг такой подарок. Мичман Хатинский привез в Америку лампочку Ладыгина, чтобы похвастаться, мол, и мы не лыком шиты. Реакция была мгновенной. И не важно, что это была чужая идея, ведь на ней можно сделать неплохие деньги. По миру понеслись вести о новом гениальном творении короля-изобретателя. Свой первый патент на лампу с угольной нитью накаливания, точно такой, как у Ладыгина, Эдисон получил в США. И тут же в европейских газетах выходят статьи, обвиняющие наглого Янки в плагиате. Но Эдисон был талантливым бизнесменом. Чтобы обойти патенты Ладыгина, Эдисон разослал несколько тысяч сотрудников своей лаборатории по всем континентам в поисках материала для нити накаливания. Наконец, в Японии был найден экзотический вид бамбука. Александру Николаевичу вся эта возня была абсолютно неинтересна. К этому времени он уже придумал нить накаливания из вольфрама и молибдена. Работаю от зари до зари, но у меня нет ни денег, ни опыта. Слесарные тиски и ручной насос – мои единственные помощники. Есть еще неутолимое желание быть полезным своей отчизне. В 1884 году на выставке в Вене электролампы Ладыгина были признаны лучшими, а сам изобретатель награжден орденом. И тут же пощечина. Российские чиновники заключают договор по освещению российских городов с иностранными газовыми фирмами. А в Петербурге волна арестов народников. Опасаясь репрессий, Ладыгин покидает Россию, уезжает в США, в Мекку изобретателя. В Штатах настоящий электрический бум. И русский гений Ладыгин буквально на расхват. Он изобретает электророзетку и вилку, получает американские патенты на лампы с тугоплавкими нитями. И тут 50-летнего изобретателя настигает любовь. Алма Шмидт, дочь немецкого инженера, у которого он снимал комнату, была моложе его на 23 года. Алма – научно-технический обозреватель, прекрасно разбирается в технике и хочет изучить русский язык. Венчались они дважды – по протестантскому обряду в Америке и по православному в Париже. Казалось бы, Александр Николаевич должен успокоиться, остепениться. Он уважаемый, семейный человек. Заведует всем электричеством строящейся нью-йоркской подземки. В Питтсбурге у него свой дом. Уже растут две дочки. Прошло 10 лет, прежде чем случился самый настоящий кризис. Душевный кризис и нестерпимое желание вернуться на родину. Для того, чтобы показать ее жене и дочерям? Нет, конечно. Его мучил так и не построенный летак. И в 1906 году Ладыгин принимает роковое решение. Он продает патент на лампу с вольфрамовой нитью накаливания подставным лицам фирмы Эдисона. Созданная в итоге знаменитая General Electric быстро наладила выпуск вольфрамовых лампочек, на которых красовалось клеймо «Эдисон». К
Когда он появился на заседании Русского технического общества в Петербурге, то всех привел в замешательство. Оказывается, они его давно уже похоронили. Александр Николаевич быстро доказал, что жив, буквально фонтанируя изобретениями. Электропечи, электросварочные аппараты, ветряной двигатель, аппарат для добычи азота из воздуха, способ изготовления драгоценных камней, ракета для атаки неприятельских аэропланов и еще электроэнергия непосредственно из топлива, то есть топливные элементы, вторично изобретенные лишь в середине века. Однако патентное ведомство не спешит с выдачей привилегий. Отечественная толстосума не желает вкладывать деньги в развитие русской техники. В промышленности всем заправляют иностранцы. Но 40-летие лампы накаливания Ладыгина чествует как первопроходца. А весь зал ярко залит светом лампочек с иностранными клеймами. Изобретатель в России почти что пария. Всю жизнь проводит в том, что ждет, как библейский Лазарь, не упадет ли ему крупица со стола богатого. Ладыгин снова увлекается народничеством. Он даже вступает в политический клуб, но быстро разочаровывается. Ему некогда заниматься пустой болтовней. Чтобы прокормить семью, он поступает на службу инженером в управление строительством петербургского трамвая. А вечерами продолжает работать над своим летаком. Он проектирует электрический аппарат вертикального взлета и называет его по-новому «циклажир». Это будет надежный, управляемый аппарат, не подвергающий авиаторов такому риску, как летающие этажерки. Грибные винты, огромные колеса, в которых вместо спиц множество лопастей, как на вентиляторе. Каждый винт снабжен электродвигателем. Алюминиевая обшивка, автоматическое управление – все это опять опережало эпоху. Начавшаяся война удесятерила силы. Во что бы то ни стало, надо помочь воюющей родине. Многократно сверили чертежи на собственные средства, изготовленные электромоторы. Осенью 1914-го Ладыгин направил в военное министерство заявку и, на удивление, скоро получил как будто положительный ответ. Военные специалисты подтверждали безупречность расчетов и пообещали выдать требуемые на первых порах 5000 рублей. До февраля 17 года ждал изобретатель этих денег и не дождался. Революция привела к власти людей, которым совсем не было дела до его циклажира. Той стороны, о которой Ладыгин мечтал, для которой работал, не стало. Его уволили из трамвайного синдиката. У жены нервная горячка. Дочери боятся выходить на улицы Питера. Александр Николаевич отправил семью в Америку. А в конце августа уехал и сам. Перед этим он зашел в ангар, где стоял остов недостроенного летака, и, вздохнув, порубил его топором в щепу. За 6 оставшихся ему лет жизни в Америке Ладыгин так и не смог найти себе достойное место, окончательно обнищал и тяжело заболел. В 1922-м он получил приглашение от Глеба Крыжановского вернуться на родину для участия в разработке ГЛРО. «Я слишком слаб, чтобы еще раз переплыть океан, но я счастлив тем, что Россия становится электрической». 16 марта 1923 года великий изобретатель умер в своей бруклинской квартире в должности инженера никому неизвестной теперь компании. Что он видел перед смертью? Горящую под потолком лампочку? Останки порубленного им летака? А может быть, тот счастливый и страшный миг тогда, в детстве, в Стенщино, он, 10-летний мальчик, подбил младшую сестренку Юлю залезть ранним утром на крышу с картонными крыльями с плечами. Ну не бойся, маши, бойче, лети. Свист ветра в ушах, облака, они и впрямь летели. В Советской России их называли лампочками Ильича, хотя штемпели на них стояли Siemens, General Electric. В Америке их могли бы называть лампочками Эдисона. Тут действительно многое сделано для
внедрение электросвета в мире. Но ни в одной энциклопедии, даже самой специальной, вы не найдете имени Александра Ладыгина. Увы, это не единственный случай в истории российского изобретательства.